турецкий квартас на канале Алтын плюс Алтын. И сразу будет острая политическая реприза. Итак, внимание. Эрдоган, усатый таракан. Вы думаете, нас посадят? Максимум, что сделают 300 плитей. Вот такой вот острый юмор. Давайте поаплодируем. Непосредственно к новостям. Сегодня президент Турции Эрджеп Эрдоган. И завтра президент Турции Эрджеп Эрдоган. И послезавтра, и после, и всегда президент Турции Эрджеп Эрдоган. Острая политическая, будет 300 плитей. Смешно было. А сейчас Ахмед благодарит Аллаха за то, что тот создал такие месяцы, как январь, февраль и декабрь. Когда нет наших туристов, и Ахмед успевает весь зажить. Хватит петь, Ахмед. Ахмед, все? Все, хорошо. Хорошо, молодец, Ахмед. Давай. Пиши дальше. Пишу, слушай, что не видишь. Значит, пишу наши требования. Давай. Мы требуем уважения к нашей нации. Да. Мы турки. Да. Мы турки, не полуарабы, не вымытые египтяне, значит, нет, и армяне с акцентом, не загорелые цыгане, мы турки. И на голове у нас наш национальный головной убор феска называется, а не шапка, как у обезьянки из Аладдина. Молодец, хорошо сказал. И последнее, дорогие туристы, с нетерпением ждем вас в следующем году. Будем рады вас снова видеть и слышать. Если когда-нибудь снова сможем видеть и слышать. Хорошо, молодой. С уважением от администрации. Все, запечатывай, отправляй. Подожди. Что случилось? Я должен перепроверить. А, конечно, надо проверить, конечно. Ахмед, дальше ты. Хорошо.